Бонджорно. А это значит, что вы в Италии. Ах, Италия, ми аморе! Когда четверть века назад я поселилась в этой солнечной стране в окрестностях Венеции, я и подумать не могла, как изменится моя жизнь. На родине Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Микеланджело Буонаротти, а также Данте Алигьери много тайн и мистики. Здесь до сих пор считается, что все высокопоставленные чиновники и политики состоят в масонских ложах, поэтому не увлекаться эзотерикой здесь просто невозможно. А также невозможно не задаваться вопросами, почему именно здесь такое скопление талантливых личностей? И почему именно в Италии зародилась эпоха Возрождения? А также, почему именно Италия больше, чем все другие европейские страны, всегда была чувствительна к определенному духовному поиску? Когда я переехала в Италию, роскошная итальянская обувь шла широким шагом по российским мостовым. И найти работу дизайнера обуви мне не составило никакого труда. А все мои эзотерические знания начинались и заканчивались фильмом Марка Захарова «Формула любви». Помните неподражаемых Абдулова и Фараду? С тех времен много воды пробежало под мостиками Венеции. И сегодня меня восхищает не только удивительная история жизни сицилийца Джузеппе, Джованни, Батиста, Винченцо, Пьетро, Антонио, Матео, Франко, Бальзамо, а если проще, графа Калиостро, а также многие другие удивительные личности потрясли мое воображение и сблизили меня с алхимией. Я не могла не записать это видео, первое мое видео, именно здесь, в Венеции, потому что, живя в ее окрестностях, я по достоинству оценила ее щедрость на тайны и мистические головоломки. Этот город со своего рождения был пересечением разных культур и религий. Такие таланты, как Марко Поло, Карло Гольдони, Антонио Вивальди и, конечно, неподражаемый Джакомо Казанова родились именно здесь, в Венеции. Кстати, Джакомо Казанова достоин отдельного рассказа. Его любовь к прекрасному Полу известна всем, но он был также известным эзотериком, состоявшим в масонской ложе, а также шпионским агентом сначала на службе короля Франции, а затем и на службе своей родной Венеции. А по галантности и элегантности он мог превзойти самого Джеймса Бонда. Кстати, однажды он пересекся во Франции с графом Калиостро, и они даже обменялись алхимическими формулами вечной любви. Конечно же, речь идет об алхимических формулах вечной молодости. Я заметила, что оговорилась только при сборке видео. Эх, этот секрет сейчас бы очень пригодился одному очень известному, достаточно любимому в народе, но уже довольно старому политическому деятелю. Ну, вы и сами, наверное, уже поняли, о ком идет речь. Но об этом мы поговорим в другой раз, как и о самых мистических зданиях Венеции – Кадарио и Камучениго. Правда ли, что они приносят несчастье своим владельцам? Потому что одно построено на захоронении древних темплиеров – этого древнего рыцарского ордена, связанного с масонством, рыцари Христа, а второе связано с печальной участью гения Джордано Бруно, прибывшего в Венецию по приглашению знатного патриция Мочениго, который хотел научиться искусству памяти и магии, а затем обвинил его в богохульстве. Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. Мрамор и камни венецианских дворцов полны эзотерических символов. И спустя сотни лет они все еще излучают то таинственное очарование, которое делает этот город уникальным. Вся Италия полна этим таинственным очарованием. Наверное, вы уже поняли, что Италия для меня – это не только шопинг. Даже скорее не столько шопинг, сколько все то, что вокруг. Ее история, ее мистика, ее талантливые личности. Если вам интересно узнать об этом, поговорить о ее символах, насладиться очарованием и мощностью ее культовых мест и узнать подлинную историю графа Калиостро и не только его. А самое главное понять,
Почему за последние годы именно Италия оказалась в самой сложной ситуации по отношению со всеми другими европейскими странами? И почему именно на ее плечи легли самые тяжелые санкции? Может, потому, что именно здесь находится очень мощный энергетический центр. И многие всемирно известные духовные учителя с давних времен называли и называют до сих пор Италию Индией Европы. Если вам интересно узнать обо всем этом поподробнее, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И вперед, мы начинаем! Да, я не сказала, как будет называться мой канал. Поэтому пришло время познакомиться. Я Марина Маджи, и вы на моем канале.